Стены путепровода по коммунистической вскоре украсят граффити. Какими именно будут настенные рисунки, решит жюри. В Бендерах объявлен городской конкурс граффити. Он проходит под девизом «Бендеры – город-форт, город-рос, город-порт, город-грез». Организатором конкурса выступает местная госадминистрация. Он проводится с целью привлечения населения к участию в благоустройстве и художественном оформлении города, а также формирования у горожан активной жизненной позиции и пропаганды позитивных примеров граффити. Участником конкурса может стать любой желающий. Это физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Для этого нужно разработать свой эскизный проект по оформлению указанной территории и подать заявку на участие в конкурсе. Заявки принимаются в период с 3 сентября по 21 октября. Проект нужно сдать в срок до 11 ноября. К 18 числу этого осеннего месяца жюри уже подведет итоги и назовет имена победителей. К слову, для победителей предусмотрено денежное вознаграждение от 1 до 2500 рублей. Всего определят 3 призовых места. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Государственной администрации Бендер или связавшись с ответственным секретарем конкурса по телефону в Бендерах 2-41-67.